Поиск аромата подобен поиску любимого. Пока вы не проведете с ним какое-то время, вы не сможете сделать правильный выбор. Так считал легендарный французский парфюмер Роже де Оф. Съемочная группа «Оскар Тайм» встретилась с человеком, который уверен, что для определения идеального аромата требуется всего 20 минут. С презентацией уникальной диагностической программы «Ноус» «Ароматек Концепт Стор» посетил ее создатель Николя Клотье. Николя, скажите, пожалуйста, как пришла вам идея создать такую программу «Нос»? Что вдохновило вас на это? Мы создали принципиально новый концепт подбора ароматов. Его идея в том, чтобы находить свои ароматы среди тысяч других. Эта система диагностики позволяет с помощью 7 вопросов узнать, какие парфюмы подходят именно вам, какие ноты вам нравятся. В результате мы рекомендуем 5 ароматов. Программа Nose позволяет найти свой аромат более легким образом. Программу Nose смело можно назвать торжеством инноваций в парфюмерной культуре. Всего несколько ответов на простые вопросы, и вуаля! Внимательные консультанты Aromatec Concept Store уже спешат к вам с образцами идеальных ароматов. Ноус учтет и ваши индивидуальные предпочтения, и прежний парфюмерный опыт, и даже регион проживания. Ароматы как откровение и личная история. Благодаря уникальной программе Ноус эта философия находит свое воплощение. В первую очередь следует отметить то, что эта программа позволяет подобрать аромат не только для вас, но и для ваших близких. Это считается как бы моветоном подбирать парфюм для кого-то, потому что угадать практически невозможно. В то же время программа, используя официальную статистику, специальный статистический алгоритм, может подобрать практически идеальный парфюм для каждого человека. В Украине программа Nose эксклюзивно представлена только в Aromatec Concept Store. Это не случайно, ведь отношение создателей бутика к парфюмерии как к искусству для избранных совпадает с концептуальным видением французских коллег. Aromatec во всем, что касается концепции подбора брендов, философии компании, работы персонала, это целая лаборатория инноваций. Мы хотим, чтобы люди открывали для себя новые ароматы. И то, что мы предлагаем здесь, кардинально отличается от того, что можно увидеть в других магазинах. Aromatec стала первым бутиком, с которым мы работаем в Украине. Духи как автограф личности, как поэзия, которую люди носят на своей коже, и как высшее проявление интимности. В цифровом веке высоких технологий создатели программы Nose позаботились о том, чтобы выбор аромата оставался сокровенным действом. На ваши решения не смогут повлиять ни трендовая упаковка, ни красочная реклама. Только власть аромата в ее чистом виде. Сегодня мне повезло больше, чем всем остальным. Диагностику провел лично сам маэстро Николя. Планшет. Деревянная дощечка с делениями от -5 до +5. Белоснежные блоттеры и множество лаконичных флаконов, внутри одного из которых скрыт тот самый аромат. Вот и все, что понадобится для парфюмерного теста. И еще внимательный взгляд внутрь себя. Ведь духи – это память, которая никогда не подводит. Здесь ты буквально за 15 минут программу тебя протестировала и выбрала оптимальный вариант. Это очень здорово. В съемочной группе «Оскар Тайм» Николя Клотье открыл секрет парфюмерии как музыки. Я не ассоциирую с любовью или страстью определенные ароматы, но я ассоциирую ноты. Например, тмин – очень чувственный, сексуальный, один из самых тонких ароматов. Или духи с нотками ванили, амбры или фруктов – они вдохновляют. Эмоции приходят не от названия парфюмов, а от нот, из которых они состоят. Идеальный парфюм тот, что рассказывает историю личности и заставляет влюбляться, уверен Николя Клотье. Узнать из тысячи свой собственный аромат теперь стало так просто с Aromatec Concept Store.